Полное описание и точно дата выхода 3 и 4 серии нового российского сериала «Теорема Пифагора». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 17 ноября. 3 серия. Алена теперь работает секретарем в офисе Сергея. Ирина пытается спасти брак и предлагает мужу поехать в Питер, как в молодости. Но накануне поездки Сергей неожиданно заболевает, и они остаются дома. Тепло и забота жены спасают положение. Но как только Ирина решает, что хрупкий мир в семье восстановлен, она получает новый удар. 4 серия. Сергей откупается от Алены, но не знает, что она беременна. Ирина и Сергей пытаются жить как раньше, забыв о случившемся. Но каждый понимает, так как прежде уже не будет. Ирине трудно забыть измену, а Верещагин скучает по молодой любовнице, для которой он был благородным рыцарем. Не выдержав, он едет к Алене. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 17 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.